Лазанья с курицей и грибами. Лук мелко нарежьте. Грибы нарежьте слайсами. Сыры натрите на крупной терке. В сковороду добавьте растительное масло и обжарьте лук до золотистости, а затем добавьте грибы и жарьте их до готовности. В отдельной посуде обжарьте фарш на растительном масле до полуготовности и влейте в него сметану. Посолите, поперчите и тушите 7-8 минут. Добавьте итальянские травы и снимите с огня. На отдельной сковороде растопите сливочное масло, всыпьте муку, хорошо перемешайте и влейте все молоко. На слабом огне варите соус, постоянно помешивая, до загустения. В форму выкладывайте продукты в следующем порядке. Соус, лист теста, курица, соус, тертый сыр, лист теста, грибы с луком, соус, тертый сыр. И так, пока продукты не закончатся. Последним слоем положите лист теста, обильно полейте соусом и посыпьте моцареллой. Выпекайте блюдо в разогретой до 190 градусов духовке 45 минут.